Оно называется «Без названия». За спиной был пистолет. Только руки тихо дрожали, и хотелось сказать себе «нет». Но пальцы на курок нажали. Пуля в висок проскользила, и крик пронзил тишину. Она рухнула на колени и сказала «прости» в пустоту. Ей вспомнились теплые дни, минуты, часы и недели. Ей вспомнился вечер один, 6 часов, 15 апреля. Он с девчонкой сидел в кафе, а она снаружи стояла. Ей хотелось рвать и метать, но она со слезами молчала. Она запомнила детский взгляд, те глаза цвета синего неба, что смотрели сейчас на нее из лица бездушного тела. Раздался пронзительный крик. Обернувшись, она поняла, что убита никто иная, как его родная сестра. На нее со слезами смотрели те глаза цвета синего неба с тем же детским невинным взглядом, устремленным на тело рядом. Он стоял и не мог шевелиться, а она, глядя прямо в глаза, прошептала «Прости, любимый», и к виску пистолет поднесла. С криком «Нет!» он упал на колени. Но раздался выстрел глухой. Перед ним лежали два тихих тела и смотрели куда-то с тоской. Он схватил пистолет, и третий. Прозвучал выстрел в той темноте, и три одиноких тела остались лежать в пустоте. Спасибо! Спасибо!